Дорогие друзья, в том году одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении был проект «Танцы», где одним из финалистов был ваш земляк Антон Пануфник. Совсем скоро стартует второй сезон, и иногда вообще непонятно, как некоторые персонажи туда попадают. Итак, один из съемочных дней. Стоп. Ребят, ваш дуэт случайно не сварка называется? Почему? Потому что на вас очень больно смотреть. Ну, дайте нам еще один шанс. Ну, пока вы нас не сильно бесите, попробуйте чем-нибудь удивить. Танец, буквы. Ну вот, сейчас уже бесите. Вы зачем вообще на проект пришли? Мы хотим выиграть 50 тысяч долларов! Я так понимаю, это вам на лечение, да? Если честно, ребят, для вас даже кислорода жалко. Ну, можно мы еще что-нибудь попробуем? А мне кажется, вы уже все давно попробовали. Я имею в виду танцы. А, конечно, показывайте. Танец курортный египетский. Ваши родители вообще знают, чем вы занимаетесь? Пап, ты в курсе? Да. Да, все в порядке. Ну что, у нас теперь покажут по телевизору? Еще чуть-чуть и по НТВ точно. Успокойтесь. У нас есть еще танцы. Конечно, показывайте. Вас все равно уже никто не снимает. Гимнастический этюд «Шпагат». Спокойно, это не штаны. Молодой человек. Да-да. Вы потеряли. Что? Хромосомы. Уматывайте отсюда, пожалуйста. Кто вам вообще придумывает этот бред? А вы еще не знакомы с нашим хореографом? Валера, твой выход! И что это за придурок? Вы кому это говорите? Вы хоть знаете, кто я такой? Мы здесь. Вы хоть знаете, кто я такой? И кто вы такой? Я преподаватель Лондонской королевской школы танцев. А почему вы не в Лондоне? Просто филиал в Орше. Ребят, скажите, вы вместе такие дебилы или по отдельности можете быть адекватными? А, Жор, сходи за молоком. Друзья, а сейчас будет танец, который мы подготовили специально с нашим хореографом. Танец голодных котов. Ау! Стоп! Вы что, с ума сошли, а? Ну что опять не так? Еще немного, я вас реально как котят топить начну. Успокойтесь, у нас есть козырь. Мы даем вам последний шанс. И делайте правильный выбор, потому что сейчас будет супер-трюк, Георгий. Ну что скажете? Скорую им вызови. Вы не в танцах, господа! Дорогие друзья, для чего мы показали этот музыкальный номер? Как же хорошо то, что на телевидении есть проекты, которые позволяют не раскрыться неадекватным, людям. Ну, сами посудите, «Дом-2», «Хочу в телевизор», весь телеканал «Перец». И только в КВН играют поистине талантливые и адекватные люди. Ребята, может, я в зал сигану, а? С вами была сборная ПГУ, спасибо.